Регионам разрешат отказаться от графы «общедомовые нужды» в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, а за тепло платить не только в периоды, когда оно подается, а круглый год. Правда, по мнению экспертов, конечную стоимость коммунальных услуг эти меры не понизит, но снизит психологическое напряжение среди жильцов. То есть общедомовые нужды, как и прежде, будут поровну делиться на всех жильцов и растворяться в платежках. Российская газета пишет, что, по словам экспертов, решение правительства было принято под давлением общественности. Появление графы «общедомовые нужды» во многих регионах привело к повышению платежей за ЖКХ. Да и плата за тепло, когда не стала взиматься круглый год, а только в зимний период, стала ощутимее. Хотя, по сути, общая сумма не изменилась. Но это стало вызывать недовольство граждан, и возвращение к прежней схеме для многих станет психологически комфортнее. Графа «общедомовые нужды» была задумана для повышения прозрачности в жилищно-коммунальной сфере. И если сейчас от этого отказаться, человеку будет почти невозможно докопаться до истины, за что ему выставляют счета, говорит Светлана Разворотнева.